По поводу реализации струнных технологий транспорта на личной мерзлоте, я уже услышал, они проработаны. Я сейчас говорю, но есть вот витамин, так далее. Все мы прорабатывали, вы когда там были землю зимой? Землю долбили зимой? Да. Это скала. Скала. Почему это боятся лишней золоты? Это самое хорошее основание. Там он на полу поставит на тысячу лет. Она боится чего? Тепла. А прочность у него предостаточно. Еще она сильно может бояться землетрясения? Нет, я говорю про лишнюю золоту. Кстати, это традиционный вопрос вибрации. Все плохо, нет, нельзя, потому что там железо проводится, вас тоже проводится. Железнодорога идет по насыпи. И насыпь аккумулирует тепло, тепло растапливает лед, насыпь проваливается. Насыпали снова, нагрелось, провалилось. Есть участки на бане, где среди гору, а дорога провалилась. Вот тут да, сыпали, сыпали, сыпали. У нас наоборот. Мы делаем опору, там, где вечная безота, она пустотела, и там теплоноситель замерзающий. Ну, условно говоря, типа керосина. Так вот, жидкость не замерзающая. И просевший теплообменник внутри опоры. И когда зимой идет низкая температура, теплоноситель охлаждается и опускается вниз. И несет холод туда. А огонь идет, поднимается вверх. Идет циркуляция, и холод загоняется в голову. И вокруг своего так, сваи начинают замораживаться голову. И он вот замораживается все 100 лет, пока у нас стоит дорога. При этом летом блокируется, и тепло туда же не поступает. Понятно, да? Доход, когда поднимется океан, еще раз ставит, наша опора постоит, потому что вот еще будет там стоять. Как правило, на улице.